Нас прям сегодня развеселилось. Прямо верится, что весна придет. Хотя, конечно, вряд ли, но сегодня прям капель, тепло. Принесла соколам крысок. Вот, прям слышно, везде капают, все бегают, и животные все топают. Сейчас попробую заснять звук топающих просто ног в вольерах. Прям все такие суетные. Обычно приходишь, и тишина. Тут прям все что-то бегают, хлопают, куда-то скачут. Все, весна. Надо этим ребятам попробовать быть поставить гнездовой ящик. Вдруг у них любовь случится. Если он сможет на ней удержаться, конечно. Ну, будем пробовать. Радостный топот конюков. Я вам не сняла, потому что они перестали топать. Зато могу снять вам радостного. Ой, да, подожди, дверь открою, дай. Иди сюда. А, ага. Радостного. Ой, грифундели. Так, тихо. Тихо. Нет. Нет. Нельзя. Нельзя. Телефон есть нельзя. А крысу взял. Иди крысу ешь. Что там у тебя еще? Баранья голова, да, там лежит. Ой, кролик лежит. Все лежит. Да, скажи. Вот. А баранью голову хорошо так объел, кстати. А то одно время их не ел. Там, конечно, вообще у него побоище. Просто... Все оттаивает, все, что он копил за зиму и складывал тут везде, да? Нельзя телефон, нет. Да, надо будет у тебя скоро прибираться. Да, надо прибираться. Сокровища твои наконец-таки отморозились. Эти замороженные. Ой, там еще и крыс недоеденных. Ну все, у тебя завтра голодный день. Да, нет. Телефон кусь, нет. Нельзя телефон кусь. Жё. У меня плечо все с кистью еще сбивает, зараза. Нет, нельзя. Надо его срочно пересаживать. Срочно. Да, я вижу, у тебя там крыс вон недоеденных. Да, завтра голодный день, все. А то и голодная неделя. Судя по количеству там сныканных кроликов, крыс и всего остального. Да? Все, бузюн. Не только птицы чувствуют весну. Ну вот у нас и барсучишка проснулась. Одна из краснодарских. Все, она вот себе уже сделала большую глядятельную дырочку. Вот. И глядит в нее. И глядит. Одну дырочку она себе сделала запасную. Большую-то она затыкала на время зимы, ходила в маленькую. Сейчас вот она большая. И она, в принципе, начинает... потихоньку взаимодействовать, даже иногда выходить. Но сейчас, видимо, решила, что нет. Не пойдешь, малышка? Носи. Даже на еду не пойдешь? Некогда смущали вы меня. Убежала я опять. Ну, тоже ближе к вечеру. Активнее становится. Так, ладно, еды мы ей оставим, раз она проснулась. Ходит. Топ-топ-топ-топ-топ. Да! Говорит, что, говорит, вы там суете? Говорит, она даже не выходит. Скажи, а я и выхожу, и прихожу. Нет, Данечка, она кусь-кусь делает за ручки. Данила. Нет, нельзя ее. Нельзя. Нельзя. Ай-яй. Нет. Укусит. Нет, нельзя трогать. Укусит. Сейчас мы ей будем еду давать. Не падай, Лика. Любопытная. Так. Далеко от детских пальчиков. Опа. Нами человек бесстрашный. Пока. По крайней мере, неопытный. Побольше. Сегодня всем потеплело, повеснело. Ешьте. Кусту, что это все мне, это все тебе. Забирай. Это такое, худеть к лету. Но на самом деле, действительно, минуса, прям минуса, они не едят. Сейчас теплее становится, вот они начинают активнее кушать. О, весна пришла, мишки наконец утихомирились. Прямо сейчас, глядишь, спать лягут.
кстати, вот хочу снять попы, про которые я рассказывала. Что? Что ты хочешь от меня? Что? Не отстань. Вот. Ведь они не лысые, никаких кожных повреждений там нет. Они именно пошли вот так вот странно, не по сезону, разлиниваться. Вот. Больше видео, конечно, я... Ну что ты там меня? Зачем ты мне телефон хватайся? Это что такое? Иди ешь. Ну, все, они стали плохо есть. Вот. Я говорю, тут был снег, они вообще не вышли из будки. Короче, что-то сбилось. Ну, я надеюсь, что в следующем году такого не будет. У нас обычно таких проблем нет. Да, я хочу... Ну, давай твою попу покажу. Покажи свою попу. Потом у всех именно с попы. В общем, вот так вот. Никаких проблем, еще раз повторяюсь, ни с кожей, ни с чем-то таким, то есть никаких ни паразитарных, ничего. Истории тут нет. Ну, ветеринара. Может, потом попробуем как-нибудь поднаркозить взять. Да не фр, что хр. Ну, за попу ущипнула, ну, подумаешь. Не надо на меня сердиться. Это я за попу ущипнула. Вот. Вот попа. Нюхалки. Видите, новая шерсть растет, как бы все хорошо. Ну, просто вот. Просто вот так вот. Но по времени кастрации мы тоже связывались с специалистами, что нормально в таком возрасте кастрировать. Потому что позднее самок кастрировать очень тяжело. Очень большой объем жира. Вот, очень большой вес всяких кишочек и всего прочего. То есть будет большой разрез, будет хуже заживать, больше рисков того, что там будут какие-то проблемы. Поэтому, в принципе, все сделано правильно, кастрируют их. Ну, просто, говорю, возможно, что перед зимой. Возможно, что смена рациона, смена жизни. Они все-таки жили в помещении, не приехали на улицу. То есть у них прям все резко сменилось. Ну и, видимо, это вызвало вот какие-то такие вот истории. Что ты смотришь? Эти на лапах тоже вот они. Шерсть пошла. Да, скажи, пошла шерсть на замену? Непонятно, скажи. Ну, что-то пошло. Чпок. 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 Ай. Да? Чпок. Чпок когтистой лапой. Ай, телефон. Говорит, дай телефон. Говорит, весело будет. Я, говорит, тоже поснимаю. А, говорит, селфи хочу. Дай, говорит, а я так, говорит, сейчас загнусь. Обезьянки маленькие, скорее бы уже. Вот с ними скорее бы уже весна, конечно, чтобы уже пробовать их на большое поле выводить. Да? На большое поле. Ну, тоже вон видно, видите. Все как бы хорошо, все ровненько. Ну, лысенько. Чпок. Ну что, что, что? Что ты машешь? Ты не ты, когда голоден. Даже на самом деле, когда не голоден, а когда решил, что тебя кинули. Потому что я сейчас два раза приезжала, вся приехала. Что-то я мало взяла еды. Но так получилось, я против ветра не было. Думаю, съезжу два раза просто. Вот, я уехала, и лисы такие, типа, как это уехала? Еды не дала. Но все равно бегает всего пять. Ну, хотя бы пять. Кто вон Лукерию искал? Вон Лукерия чешет. У Лукерии нижней челюсти не хватает. У нас есть двое с травмой хвоста. Но у Лукери еще не хватает нижней челюсти. Да сейчас кину вам цыплят-то, господи. Че, говорит, трепишься, говорит, жрачку давай. У нас сегодня цыплята. Цыплят надо доедать, что-то я много закупила от жадности. А у них тоже. Ну, как бы я стараюсь не хранить все-таки больше там полмесяца. Заморозку зачем оно надо? Поэтому сейчас активный. Так, Лукери, иди, твои кураторы хотят тебя видеть. Ты меня боишься? Боишься. А ты ничего не боишься, да? Айна ничего не боится, да? Да. Ну, все. Ушли. Ушлепали. Надо отойти. Все-таки не настолько, я говорю, ну, только буквально парочка вот так вот доверяет, чтобы прям подходить. Ну вот она вообще сразу была ручная. Сразу одна из самых ручных у нас. Плюс парочка таких была, вот, которые прям... Вот пусть там вот бедные гуся остатки лежат, крылья. Ну, вот. Ну сейчас уже не пойду забирать, надо будет потом пойти забрать.
По весне, видимо, уже. Пускай таскают. Ладно, кину. Не буду не резать остальных, а то они там уже все прям на измене. Хотят жрать. И тихо меня ненавидит. Даже Фокси не пошла. Он носится. Не хочет подходить. Все, ладно. Буду кидать, не буду нервировать лис. Что-то у орлов сегодня какие-то стали тусовки. Два беркута на земле сидели. Что-то ходят там. Что-то высматривают. Так, сейчас я рискую провалиться. Не провалилась. Все высматривали? Непонятно. Да, ты кушать хочешь? Сейчас я дам. Подожди. Сейчас, я же блохер. Сейчас я одной рукой. Так, открою вольер. Так, не застряну. Еще надо бросить грязное место. На. Опа. Перепелок. А то сейчас придут беркуты и тебя тут навтыкают. Да. Да, лучше уйди, правильно. Я с ним. Так, и сейчас придем, понавтыкаем. А-та-та-та-та-та-та. Так, ладно, все, сегодня всех нервирую. Никому есть не даю. Скажи, была Наташа, скажи, тут 10 дней. Скажи, тишина и покой, никакой камеры. Никаких таких вот разговоров у вольеров. Кинула еду и ушла. Все, скажи. Ну, тут он приехал, понимаешь ли. Командирша. Жора на закате прекрасен.